Доброе утро! А доброе утро? Мне кажется, уже мы к ним ближе. Почти день, да. Ну да, нам же сегодня предстоит провести вместе, совместно, да, целый день. Соответственно, девочки, да, мы приехали с разных городов, с разных стран, с мастерскими к вам. Ну и прошу любить и жаловать наших замечательных мастеров, с ними сейчас скоро познакомитесь. Да, я переведу, да? Могеселмат, Евгения Русулевич Ройцит, маграм майнц ყოველი შემთხვევისათვის გადავთარგმნი. Ესე იგი სხვადასხვა ქალაქებიდან არიან ჩვენი ოსტატები ჩამოსული. Ევგენია ბელგიიდან არის, მე თბილისი, გორი, მოსკოვი, მაიამი, რაღაც ყველგანიდან. Гагацнут техлако гоебс ყველას ნენელა, ხო? Часть мастеров у нас здесь присутствует. Вторая половина, во второй половине к нам присоединится. Очень интересные люди, присутствующие и которые присоединятся. Окей. Ну и, знаете, идея фестиваля, мы уже начали продвигать эту идею 3 года назад. Это да, мы сами цели, мы сами старты, Баукой. И была идея именно прикоснуться вот к этому изобилию, потому что я знаю, что у вас это период урожая. Да, ესე იგი, თავდაპირველი იდეა იყო სექტემბერში რომ ჩაგვეტარებინა, რთველის დროს რომ ჩაგვეტარებინა, იმიტომ რომ ეს არის ნაყოფიერების დღესასწაული შემოდგომა, საქართველო, რთველი, ყურძენი, ღვინო და ჩვენი გაცოცხლებული ლოგო, наше живое лого, иди к нам, иди. Я хочу представить эту девочку. Убрал Тарагурчева, я Нато. Нато არის ჩემი ყოფილი თანამშრომელი. Нато არის Кашкаша. Нато Кашия. У нее фамилия блестящая. Ой, блестящая. И знаешь, почему мы ее выбрали? Она, я считаю, что она образец грузинской красоты. Картвели Халис. Улама Зесиану Магдена. А когда танцует? Она танцорша. Грузинские танцы хореограф, она преподает, хореограф, да. Моцековая на то, да, гуаставли сехла мале цекос. Да, вы цепьте цеку, это скоро гегонат. Мы начнем с танцы. На то нам... Обязательно потанцуем, девочки, да, получим. Подним. Вот. И что самое главное, почему она логу? Помимо того, что она красивая, она умеет танцевать, она счастливая женщина. Она любимая женщина. И у нее 4 детей уже. Представляете? Она реально олицетворение плодотворности, плодовитости. Плодородие, да? Она натукас. Вот хипавшую раз, мастер-маруле, залиан карги кмари раз, скарги самсахури аукста, ანუ აი თლიანად არის აი ყველაფერში ნახოფიერების მაგალითი და ამიტომ ავირჩიეთ ლოგოთ. Вот. Მადლობა დიდი. Мы сейчас познакомимся с мастерами, которые здесь присутствуют, а потом потанцуем. Начнем с танцев. Окей, да, ты можешь туда. Ну что, девочки-мастера, давайте, выходите. Евгенияс მოსწავლე და 10 წელი აკვირდებოდა ევგენიას მას მოღვაწეობას რომ აბა ღირსო არ ამ ქალთან ხო наблюдала как там жизнь протекает а правда вот то что я говорю реально как-то влияет на мою жизнь я правда цветую пахну или нет ანუ შეესაბამება თუ არა ის ცოდნა რასაც ევგენია ავრცელებს მას და მის ცხოვრების წესს და რამდენად ცხოვრებაში მართლა კარგად და დაალაგებულად და აყვავებულად აქვს ყველაფერი ну говорят о том что жизнь наша циклична наша жизнь очень похожа на цикл цифр вот 9 лет это самый такой цикл да вот 9 а потом 5 с единицы начинается да замечали девочки 9 а потом 5 с единицы
Оно циклиори, что-нибудь схорево. Ну и через 10 лет, слава Богу, вот когда пошел второй цикл, Альбиночка ко мне постучалась. А, то есть отсходили, где мы уходим, да, а где мы, да, отвалили, вот это мы ахали цикли, рода и цва, ахали отсходили, сауко. А Ирчия, Альбинам, Женя, там массовали, вот мартла. И я познакомилась с родительной парой, да, они приехали ко мне с мужем. Мы уже стали тачать на инженерстан. Куда они в Москву приехали? Ну, мы с ним познакомились. Испанец еще Испанец. И вы знаете, мы с ними стали очень активно дружить. И я почувствовала, что Альбиночке есть что рассказать женщинам, потому что она проделала очень такой длинный, глубокий путь к изобилию, потому что мы сегодня, естественно, об изобилии, к женскому счастью, к пониманию жизни. Да? Вообще пониманию, как же сохранять вот это самое ценное, что у нас есть, да, женскую чистую душу. Да, а может, Ертмайда Бисканмала Баши, Женя Амбовсова Мюхтиром, Амкал Заксту, Ра Гаузиарус, Ра Гаандос, Ра Астаулос, Гаршемо Калепс Халс, и Митомром, Тависи Дидишром, Шедегат Мевида, на копиере банде арабилда пири, арамет хвоелам нишнелом битхо, сиухве, сибртне, оджахурит хворе бадалаге були. Ну и сейчас такой не период времени, когда есть чем делиться. Да та гровда, цотна сия, гровда бада мере мама сазия. Я сказала Альбиночке, что лучшее место, лучшая земля, с которой она может начать себя реализовывать, это Грузия. Та дресарис Альбинас дебюти, Женя Мутхаром, Саукетесу Адгилия, Чуэни Фестивали, да Саукетесу Адгилия, Тбилиси, Сектембре, Мисатису Пирола, Дарс, Республики Стинаше, да, и Дрес Пирола, Дарис. Здесь начинать на самом деле не страшно, почему? Потому что, да, конечно, самые первые шажки всегда страшно делать. Пирола на бюджет, вот, но почему с вами очень легко, девочки, общаться, потому что вы очень радушны, очень открыты, ваши сердца наполнены радостью и теплом, и поэтому сегодня вот у нас такой дебют Альбиночки у вас. Мы ее тепло-тепло встречаем. Так, что это там дебют? Я Тулия и Мхриуром, а если ты кетти лиган цхопат, пили, моси, паруле, как снили риагулит, то еще саба мисят, а ну арабу не арабу рапсан, а ма барабан сар, рогу руку бино, да цуди сад, как и гада огрундева пирикит, то гада огрунда, а вы танцев тхелши, да, давай хмара бетерти манец. А откуда это тоже скажи? Ульяновская. А, или ты сама? Ульяновская. Ульяновский Донарис, ага. Рядом с Казани, девочки, наверное, Казань, все знают. И Казань, по-моему, украл... о чем ты нам будешь рассказывать? Скажи, девочки, пожалуйста. Да, как вдохновлять мужа на пути к успеху, сохранить и счастливые любящие отношения в течение 30 лет. А ну мастер-класс я к небу Альбинес, рогор штавагонут меугле, цаварели мамакаци и мискенжом канвитардес, и мискенжом гайзардос, кандидрдес, да рогор шеви нахот в тиртовеби, от 100 тысяч ганнолу ваши, 30 лет старше. Раки 30 лет. Малсы. Прекрасно. Шули хаосос да шули цлис. Очень хорошо. Спасибо, давай похлопаем. Хочу представить еще одну девочку, которую я очень люблю, Женечка. Мы познакомились, как 5 лет назад? Вживую, 5. Вживую, да, я приехала в Киев, потому что Женечка из Киева, и меня встретила очень очаровательная пара. Такие теплые, такие нежные, такие ангелочки, вот ангелочка. Но они играли в такие игры, ну вот не знаю, да, наверное, убеги, догони, убеги. Женечка где-то внутри очень хотела, наверное, замуж, а он так боялся предложить ей замуж, потому что он боялся от этой шикарной женщины получить отказ. Я помню, ехала в машине, говорила: ребята, вы так друг друга любите, ну давайте уже все, давайте жениться. Давай я переведу. Ану, эс ори Женя, квас ори Евгения, Женя. Можно между ними вставать, загадывать желания, они волшебные, желания сбываются. Ану, ори Евгения, квас матшор из чадекит, чай пикрет сурвели, да ахте баутилевот. Эсеки гайцно хутит листин,
ჯერ არ იყო მე ახლა უკვე მეუღლესთან ოჯახი შექმნილი და კატათაგობანას თამაშობდნენ. ევგენიას ძალიან უნდოდა უკვე დაოჯახება. მამაკაცი ალბათ შიშობდა, როგორც ციციან ხოლმე კაცებმა ფეხს რო ითრევენ. საბოლოო ჯამში გამოვიდა ყველაფერი. Я просто так боялся получить отказ, поэтому не решался на это предложить. Она же такая шикарная, она же такая красотка. У девочки, слава богу, он решился. И у них, девочки, замечательный сыночек. Это волшебная пара. Они живут в Украине. Подара Бичука, цкая чинес. Киевидан, арис Украинидан, Евгения. Да и как у тебя есть калта-центр, и Роберт Чурбокс, Тбилиши? Да, у Женечки свой центр по развитию женщины. 8 лет, представляете? Ну, какой мировой цежи? Она вот продолжает этот прекрасный путь, да? Делиться своим счастьем, своим опытом с женщинами Украины, ну и других стран тоже. То есть твои ученицы, они прям по всему миру такими точечками и распространяют эти вибрации. Мы вибрируем. Ано, Евгения, смастовляй, когда с вами тем соплевши, как бы не улебиварт, мед твилиши, Евгения, Украина, шикидо, Татарстанши, хокидесат, кидесат, да, мы все варцелем там, как хасиац, как канцхобас, бедниребас. У нас нет национальности, я очень люблю мусульманок, очень обожаю, потому что любимчик мусульманочек у нас. Вот девочки из Казахстана приехали. Я очень люблю христианок, я люблю католиков. Мне кажется, вообще человек, который верит, вот если он верит, то он достоин. Чем ты сарасаус национальный განსხვავებები, ვინ მუსულმანია, ვინ ქრისტიანი, ვინ ბუდისტი, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. მნიშვნელობა აქვს ადამიანს სიყვარულს და ურთიერთ პატივისცემას და ბედნიერებას. А чем будет твой мастер-класс теперь? Я очень рада вас всех видеть, и вы шикарные женщины, вы потрясающие. Со вчерашнего дня я наблюдаю за жителями Тбилиси, и у меня море эмоций, у меня взрыв ощущений. Первый раз в Тбилиси Евгения, а каждый день выехала, как сахал, адгил, садамьянами, калями. Да, шикните с этим телом, алгам, аксота, диди энергия. А с Женечкой я познакомилась впервые через записи и видео, которые школа Киева еще тогда, где-то лет 15 назад, примерно по времени, да, 15 лет. Тут мы отец Листин, Евгения Гайцина.